Всем привет, с вами Скор. Всем привет, мои дорогие. Короче, ладно, повторяю. Все зажимки. Значит, всем привет, мои дорогие друзья, с вами Спанч Боб. И это Time Killer Battlefield 3. Начинаем. Просто мне сейчас нечего записывать. Думаю, потом я запишу про Don't Start, а потом я записать про моды. Но пока что мы попробуем попытаем киллить в Battlefield 3. Мы будем играть с самого начала, где-то середины, если у меня давно сохранилось, мод на Аквариус, текущее задание. Конечно, не обращайте внимание, то, что я играю на легко. Некоторые игры я уже начал играть нормально. Я вам говорю правду. Некоторые игры по-настоящему играю уже нормально, некоторые. Но осознанно не очень хочу играть. Не прошел одну игру нормально. Помню. Еще была, я играл в одну игру, где было уровень сложности очень легко, нормально, сложно и очень, наверное, кажется сложно. И, короче, я играла просто легко. Но это не важно, просто мы сейчас будем играть. И, походу, эта загрузка будет длиться 20 часов, потому что пока я грузил игру, у меня загрузка игры была 20 часов. У меня уже какие-то звуки пошли, хотя загрузка еще идет. Что такое? Только я могу уже ничего делать, нет? Она мне столько, конечно, выключить запись. Ладно, я выключу пока что запись, пока у меня загрузка. Я прикручу. Хорошо. Жилье Кафарова на другой стороне долины. Сразу за мостом Гелант. Так что же это за мужик? Чувак из контакта... Секунду, я кое-что сделал, я... Но... Кое-что произошло. Простите меня, дурака, конечно же. Это все, что они знают? Это все, что мы знаем. Он может быть связан с бомбами. Мы куда-то едем, я туда. Я вот туда ничего не играл. Так что давайте. Возможно. Можете подтвердить размер? 1-3, больше у меня информации нет. Конец связи. Эй, Маткович, просыпайся! Хватит дрыхнуть, воин, стоп! 34 минуты. Я спал 34 минуты, увидел сон, как пью молочника. Что это означает? О, чёрт! Тут засада! Среди деревьев! Давай, давай, где мое оружие? Где мое оружие? Давайте его скорее. Транспорт подбит! Что-то такое, что такое. У меня есть. Я не знаю, потому что не могу найти оружие, похоже, как это оружие. Вот враг. Ау! Ничего не... Простите... Я ж стрелял, ага, всё, ладно. Я тебя ещё выжил? Его убил от гранаты? Да как ты выжил? Тебе расстреляешь сейчас прийти? Ой-ой-ой-ой-ой! Обстреливай, что там, где они? О, да блин! Бой ножи, а? Да блин, кто стреляет? Я ничего не вижу. Вот, вот давайте побежим. Где его? Где? А, блин, я ж никого, тут уже никого нет, кстати, где его? Да, ну, вы видите врага? Где? А я нет. О, кажется, что мне кажется. Ой, блин, это гранатный. Как резать? Ой. Я сейчас снял биологически как-то. Нет, я просто немного подзабыл про Венни этой игры, потому что я давно не играл. Так что все, извините. Ну сейчас я так ступил. Вот, ребят, может такое не повторится, но обещаешь, что потом это было у меня. Больше так не буду тупить, я забыл, что я искал удар ножом. Не могу. А. Видите, с этого гармонии забыл. Как мне теперь? Я так стреляю. А, блин, не хочу умереть еще раз. Что ты опять так смотреть было? Человек. Вот тут где-то был. Нет. Ладно. Я прошу вас, я умер. Ага, вот он. Раз. Ну, я даже не знаю, как
запасные патроны. Какого хера происходит? Не знаю. Мы вверх от середины. Недалеко. Пошел. Что делать-то? А, ладно, блин. Давай наверх. Быстро. Противник впереди. Мне нравится, что мы такой режим. А, ладно, просто выбираем. Так, где то никого. Ау. Больно же. Ой. Просто человечек. Привет. Как дела? Блин, меня зовут. Всё, умер. Всех ножом убил. Мы продолжаем. Прикольно, конечно, убивал всех ножом. Так, надо вот сюда идти. Что это было? Всем привет. С вами Дерево. Это как-то... Ладно. Окей, Бакстер. Окей. Считаем, что Бакстер с турками. Ну ладно. Ну чё, понятно, обычно эти разницы. Черт! Русские десантники. Настоящие русские, что бы это значило? Может, они работают на Кафарова? Слушай, Стив, как бы там ни было, мы тут слегка в невыгодном положении. У нас есть задание. Эти бомбы. Это бродяга. Давай-ка это обсудим. Ну ладно. Почему это когда... Да нет, ни одно не оружие. Есть еще РПГ, которому пока что не надо. Ну, прикольно, их ножом зарезывают. А за последним... Правда, последним открытым странам было зарезано. Так что... Ничего не надо сказать про последнего. Ну да ладно, продолжаем мы... Где мой РПГ? РПГ на 12. Нет. Промахнулся. Ну давай. Да вашу мать за ногу! Через них мы не пройдем. Никогда и ни за что. Вижу войска противника. Собираются. Десантирование исключает прямую дорогу. Что за хрень там творится? Они здесь по той же причине, что и мы, сержант. Мы теперь воюем с Россией или как? Вы тебе стреляли? Да. По военной доктрине надо отвечать огнем на огонь. Это не война, а чисто технически. Понимаешь, о чем я? Да, сэр. Я о том, что мы должны попасть туда первыми. Думаешь, русские здесь просто так? Они прикрывают свою жопу. Мы знаем, что они работают с ССО. Теперь пора двигать. Ладно. Просто закончим одну войну, начав другую. Это охренительно! Монтес, ты слышал приказ? Пошли. Три войны. У него бронированная голова. Обстрел. Побежаем, побегаем. Здесь никого еще заложим. Ой. Ой, ты свой, да блин, кто мне стреляет? Так, блин. Это враг. Неплохо их.
на подавление! Держать сектора! Неплохо, неплохо получается, здесь он удаляется вот 300 минут. И я должен идти как можно быстрее, потому что ну, уже все скучают по мне, хотя что-то интересно. Ладно, не важно это. На 600. Окей, побежай. Вау! Только побежал его ранит ножом, он сразу, и тут все сразу взрывал. О, не. Эй, привет. Вау, как он меня смог? Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, я выключу запись. Хотя, может быть, не буду. Сейчас посмотрим. Блин, это было как-то не запланировано. В принципе... Ладно, давайте не будем пока включать. Ой, блин, опять ты свой. О, боже мой. Кажется, это еще будет еще долго. Вот. Где, куда? Чуть бы враги. Сейчас я невидимками. Я только что видимо не кидаю. Ладно, я пошел. Ладно. Привет. И? Сэр. Капец, что сейчас было? Я не понимаю, что сейчас надо делать вообще. Ах, ребят, короче, я не знаю, что происходит с моей игрой. Окей. Значит, что у нас надо? Следовать. Он стоит на месте. Ой. О, не умри, пожалуйста, не умри. Умер. Капец. Хотелось бы его так сделать. Типа, ладно. Ладно, поищем кого-нибудь. Я не знаю, что наделось. Даже миссию приду пустить. Типа я походить я с вами не буду, поэтому... Просто поищем кого-нибудь. Блин, ну что надо сделать по-настоящему? Торгов нету. Вот. Музыка. Что-то кажется... Что-то такое. Он уже просто стоит из-за чего-то, я не знаю. Вот там наш. Что дальше-то? Он стоит на месте, он ничего не делает. Противно. Он что, поешь? Нет. Давай, пошли. Что? Блин. Ладно, я буду. Попробуем дальше стоять, кажется, ребят. Ножом убивал. Я так на круто убивал, но у меня еще выстрел круче меня. Можно здесь? Да, это куда? Именно хватает, именно хватает вам. Вау, вау. Отзорвался и выжил. Точнее, меня точно нужно отзорвалось. Ой, будем убирать отсюда, надо. Не стреляй! Все чисто! Собрались. Маткович, ты наблюдаешь. Маткович. Маткович. Мы должны добраться до другой стороны долины как можно скорее. Есть сведения, что русская пехота движется на север. Они пытаются добраться до Кафарова. Именно он нам и нужен. За ним мы и пришли. Подвигаемся к следующей точке. Задание всем ясно? Контратака! Контакт! Впереди, в деревьях! Живая сила! 200! Быстрый огонь! Враг в укрытии! Прямо! Вау-вау-вау-вау-вау-вау! Чем вообще убежал отсюда? В укрытии!
Хау. О! О! Смотри! БМД противника! Блэкберн, быстро сюда! Ударь по ним из погода! Блэкберн! Что сделает? Блин, я... Ну, куда пришли? Я вообще не могу сказать. Не важно! Что это за бред? Я стреляю из гранаты. Да ладно. О, боже, мне так точно говорило. Почему я не умираю? Просили? Впереди, в деревьях! Давай, сила, бейте, быстрый огонь, пробовала. Враг в укрытии, прямо! Ну, не бежал. О, блин, ничего не видно. Умри, умри, умри! Ой, ой. БМД противника! Бэкбэр, давай быстро сюда! Ударь по ним из фагота! Так. Я все, быстро. Жив. Только можно выжить. Дай его быстро. Тихо, так, умри. Ва. Да блин, тоже спает ты, понятно. Стреляй. Так, никого не вижу. Нет, вижу. Идем колонной. Глядеть в оба. Есть. По моей команде. Пошли. Уже так шепчет. Дурай, направо, направо. Рассредоточиться на правом фланге. Огневое прикрытие. Почему американцы так не любят русских? Практически в каждой игре, которую делают американцы, нужно стрелять в русских. Это очень интересно. Ну такая как бы то мне не нравится то, что я делал русских убивать. Ой. 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 Привет, как дела? Ой, привет! Я думал, ой, привет! О, расстреливаем! Как ты думал, для кого? Что-то подбили, били слева! Честно, я не знаю, если ты поедешь, но если их будет полегать на русского, я убиваешь американцев. Кажется, нет. Что вы знаете? Вы их будете, не знаю, может быть, здесь. Это вообще, конечно, не знаю, какого мадрианка убить, но кажется, что я дали американцев и убивать их. Я хотел столько сразу убивать американцев. Они уже после чего не думали. Знаете, почему? Не надоел. Русские даже не думали делать спасение из науки, если они так и не знают. Ой, боже, мне кажется, этот ролик уже идет 30 минут, ну да ладно. Почему бы и нет? Ой, да блин, ну как это? Ладно, короче, я включу запись, когда я уже убит еще врагов. Давай, смотрите уже все. Кончить патроны. Просто не надо! Нет! Откройте! Не хочу умереть! Это с ножа! Ау! Всем машинам!
Вау, привет! Привет, бежать! Я вижу, он отсюда стрелял. Вот. Это он столько. Выбирает тем оттуда. Убила кого-то. Ну точно. Не слепой, ладно, еще раз. Накинем. Нет, ну блин, что-то никого не убивает. О, блин, это масло слишком слабые. Ну, уходи давай. Гранат еще прибавить, нет? Во-во. Ну блин, где? А? Ладно. Блин. Да, о, убила. Компьютер уже нагревается от этой игры. Давайте быстрее. Заканчивается глава. Значит, мне придется закончить серию без заканчивания главы. Ну, так, никого. О, да блин! Ой, блин, я успел это быстрее сделать. Да он догнал меня, ну капец. Тут хотя бы кого-нибудь бить со спины, пожалуйста, кого-нибудь. Например, ты. Давай. Я вышел, прикрой меня! Вы меня убили? Подожди, я запись, когда кого-нибудь убьют. Выйдет кого-нибудь со спины убить. Да. Сейчас меня убьют меня сейчас 100%. Привет, пока. Давай. Быстрей. Он не умеет уворачиваться. Ау, он меня убьет очень быстро. Только я начну убивать, как ножа убивать. Просто еще жив. Я постараюсь лучше найти к нему. Это не интернет, но ладно. Слойное оружие у меня есть. Поэтому все будет. Быстрее, Зин! Ты тупой! Не надо, кто же? Манкович. Тебя я чуть не умер. Ой, привет. Нет, лучше не стоит, тут тысячи. Нет. Не беги. Спины бы кого-нибудь, нет? Чтобы он его обойти. О, вышел. Бежим отсюда. Скорее, пока еще живы. Он ко мне шел. Нет. Сейчас мне заел где-то. Нет? Я пришел к нашему командиру, потому что у меня хорошая идея. Я не хочу умирать, поэтому... Где ты? Вот ты где? Выбраться из-под продольного огня, а то жопа совсем. Ну, давайте, ребят. Бронетехника уничтожена. Еще две БМД. Завели таки машину. Думаю, потом нет. А, нет, есть. Ладно. У меня что хватит на все эти танки. У меня патронов не хватит. Может, на один еще хватит, если я промал ни разу. Я уже, кажется, промазал, нет? Нет, не промазал. Все, на второй как я убью-то. Ну ничего посмотрим. Еще потом. Я главное, что меня не промазать, иначе все будет травайно. Так.
так. Умри! Ради Родины. Вижу пехоту, идут к нам. Вижу их. Блэкберн, держи сектор. Помогай Матковичу. Контакт спереди. Маткович. Где Маткович? Вот он, Маткович. Я сказал, как тут говорить. Давайте Матковичу. Сейчас будем помогать, да? Да я же никого не вижу. Блин, никого не вижу. Пробежимся, думаю. Ага, нет. Это чтобы было кончить, значит, кому-то тут горит. О, нет. Сержант Кампо, настраивай. Сэр, нам не потянуть против бригады русских. Возможно, стоит еще подумать? Это маневренная война, сержант. Если не нравится, можешь палить гребаные ВВС. Джентльмены, вы меня ни разу не подвели. Я надеюсь, что и сейчас вы сможете выполнить задание. Так точно, сэр. Нет, Стив, прости, но это совершенно никуда не годится. У меня есть серьезные опасения. Сержант Кампо, Блэкберн, действуем по плану. А вот и крылышки. Привет. Это не наши, да? Привет. Он нас видел! Да он возвращается. Привет. Вот же сраное дерьмо! Все, укрытие! О, блин! О, блин! Плохо! Стинкеры! В транспорт! Дерьмо! Опять возвращается! Беги! Ой, беги! Стингеры в машине были. Это последние. Взять можно? Придется. Давай, вперед! Быстрее! Вот оно! Давай. Где стингер? Где? Какой стингер? Чё это было? Я выключаю запись, потому что я погиб. Так, я уничтожу самолет. Извиняюсь, что это... Я включил записи, не успел ну, отключить. Ну да, чертов стих. Если вам интересно, что было, то я сейчас скажу по словам. Ладно, я знаю, что вы думаете. Может, если бы я поступил иначе, они еще были бы здесь. Это война. На войне всякое бывает. Так. У нас есть задание. Нам нужно добраться до Кафарова и сделать это первыми. Неважно, там бомба или нет. Нет никаких нас. Есть мы. И есть ты. Это дело для морпехов. Вы идете со мной? Короче, что произошло? Я просто пробежал то 100 тысяч, как это сказать, попыток, и там я нашел стингер в машине, выстрелил этот, как бы, самолет, мне было ничего интересного, взорвался, потом почему-то нашли друзья и легли поспать, компот, возможно, еще я уже забыл, и после этого я не что было дальше, так что, как бы, вот так вот, коротенькая миссия, но думаю, все-таки она заняла у нас 30 минут прохождения и даже час, может. Ну, короче, всем спасибо за просмотр, кстати. Значит, вы потеряли большую часть отряда в бою с русскими в долине. Кто выжил? Монтес и я, Коул и еще пара людей. Ваши парни погибли из-за капитана Коул? Что? Нет. А сами вы так не думали? Глубоко внутри. Знаете, в Боснии у меня 4 близких друга погибли. Ракеты. Наблюдатель попросту заснул. Меня тогда полгода колбасило. Я иногда подумывал убить его.
Мы все об этом говорили. До сих пор не могу забыть его, Касси. Я бы вас пожалел, но мне ваших товарищей больше жалко. Они ведь так и не узнали, кто вы такой. Они бы поняли. А вы? Поняли бы, если бы друг переметнулся на сторону врага? Русские нам не были врагами. Да, бля, они же ваших друзей убили. Полегче, полегче. Пока вы работали в Иране, мы перехватили переговоры между Димой и его кураторами из Киева. Он тоже был в Иране. Зачем Дима был с русскими в Иране? Ладно, ребят, вот такая буроек. Ну, короче, ну, это уже очень много времени прошло. Ну, ролики все-таки сразу не сдаю. Операция начинается. Даруем. Сенсор высоты. Поставить на 500 метров. Ну, кажется, Кирилл... В зоне выброса ветер спокойный. Отклонение будет минимальным. Двигайся на сенсоры высоты. Спускайся на постоянном тоне. Давай. Кислород пошел. Красный включен. Дима, опусти платформу. Сейчас я запросил свой душ пораньше, бог, мы сейчас улетим отсюда. Всем пока!